плохо. Пойдем. Ты чего? Я не знаю, вот на бане. А, вон они летают. Пойдем вниз. Их и не видно. Птички поют. Как красиво. Женька заметил? Я не заметила ведь. А Женька заметил. Хорошо, вот мне чуть на башку не насрали, поэтому как бы заметил. Пойдем. Все у тебя. Пришли мы домой. Наши сумки. Зашли мы еще в светофор. Не помню, по-моему, я его даже не засняла. До этого я снимала вам. По-моему, нет, я не поснимала его. Ну, в принципе, там все то же самое осталось при входе, как и было в предыдущей там ролике. Вот, купила я чипсы. В прошлый раз солью не было. Взяла 3 пачки. 3, 4. Я, ну, конечно. Наташа не остановится никогда. 4 пачки взяла, потому что в прошлый раз не было. В прошлый раз были с солью. Ой, были с сыром и со сметаной. А в этот раз вот они последние я забрала. Там одна осталась только. Купила я вот такие вот ржаные. Ржаные? Да, ржаные. Хлебцы. Мы еще до сих пор пока не попробовали. Но Диме понравились пшеничные. Я взяла ржаные на всякий случай. Пшеничные, по-моему, я брать не стала. Нет, не стала. По 12 рублей эти по 80. Купила я, в прошлый раз еще смотрела, томатную пасту. Подожди, Жень, секунду. Томатную пасту. Это взял Женька грибной. И... Ну ладно, давай только тихо. 60 рублей локолют, 60 грамм. Не знаю, мне кажется, дешево, не дешево, фиг знает, короче. Здесь надо посмотреть, наверное. Может быть, подделка это? Изготовитель. Даже не знаю. 60 рублей. Обычно они по 300 рублей стоят. Может быть, это маленькое совсем. Так, воду Женька взял. А, да, еще эти. Я вам говорила, то, что мы их возьмем в следующий раз. Я взяла их. Здесь 500 грамм. Кукурузный отчет взял. А, вот чек. А, вышел у меня на 627 рублей. Майонез я взяла, 60 рублей стоит. 800 грамм там. Я подумала, что это дешевое. Так, паста 6... А, паста даже 57-60. Лицы. А, сухие завтрак, хлопья. 45 рублей 50 копеек. 500 грамм. Вот. И Рико Провансаль. Я его давно уже вижу. 800. Где написано здесь? 800 миллилитров. Должно быть где-то. А, вот. 60 рублей. Но это, я думаю, все-таки дешево. Потому что в фикс-прайсе 25 рублей стоит маленькая пачечка. Вот. И также в Ашане. Не знаю, мне кажется, там все у меня уже побилось в Ашане. Где они? А вот они, слава богу. Нормально. Взяла птичье молоко. 140 рублей получилось. Тут очень вкусно. В прошлый раз мы с вами брали. Мне прям вообще очень-очень понравилось. Надо было побольше все-таки взять. А то теперь неизвестно, когда попаду туда. Так, вафельки ретро называются. В прошлый раз была на них акция, я брала вкусные очень. В этот раз вот нет, 41 рубль вышли. Тоже надо было, наверное, побольше взять. Но я думаю, к Новому году, может быть, будет акция еще. Так, взяла 2 зеленых банана. Я хотела, на самом деле, их съесть, но Женька так хорошо их упаковал в свой рюкзак, что я их не съела. Надо их куда-нибудь в шкаф убрать, чтобы они на свету у меня... не потеряли, не пожелтели. Так, лаймы я взяла. 118 рублей, 4 штучки. Здесь у нас 294 грамма, почти 300 грамм. Давно хотела лаймы, только вот в Ашане они продаются. Вот, их, наверное, на чай. На чай или, я не знаю, может быть, посмотрю, что там в интернете. Так, ну и, конечно, придавил.
Женька все-таки зефир классический. Его часто очень берут, он вообще такой тоже обалденно вкусный, такой мягенький. Хотела попробовать другие, но там так много было народу, все около этого зефира ходят, набирают. Я подумала, ладно, это вот этот еще мягкий, а другие, наверное, навряд ли будут такие мягкие вкусные. Да, еще мы тут курицу какую-то купили, Женька. И даже большую прям взял. Спаржу купил, это уже в пятерочке. Сейчас мы будем готовить курочку. Так, и у нас еще осталось... я взяла рубль 20, стоила одна штука. Такой вот пищевой краситель для яиц. Вот, это я уже... Это будет другой ролик на него, отдельный, попозже. Я расскажу, что я хочу с ними сделать. Их здесь взяла два штуки, потому что они очень... Ну, в них в одной штучке очень мало. Ну вот, вообще прям. Я взяла две. Последние такие забрала. А, упал. Вот так вот мы накупились сегодня.